Ортокератология – это метод исправления рефракционных нарушений с помощью специальных жестких газопроницаемых линз, которые моделируют форму поверхности роговицы. Особенность линз состоит в том, что их надевают вечером и оставляют на период 8-часового сна, а утром снимают. В течение всего следующего дня человек видит хорошо, и ему нет необходимости пользоваться какими-то другими средствами коррекции. Действие ортокератологических линз обусловлено тем, что под их давлением уплотняются клетки эпителия роговицы, но воздействие на эпителий очень деликатное, поэтому оно обратимо. Если человек перестает пользоваться линзами, зрение возвращается к начальным параметрам, поэтому необходимо спать в линзах каждую ночь. Давайте разберемся, что такое роговица. Роговица – это передняя прозрачная оболочка глаза. Она не имеет кровеносных сосудов и имеет большую преломляющую силу и входит в оптическую систему глаза. Роговица граничит со склерой, непрозрачной белой оболочкой. Ортокератологические линзы временно изменяют кривизну роговицы, за счет чего коррегируется аномалия рефракции. Линзы ночного ношения надеваются непосредственно на роговицу только за 10-15 минут до сна. А за счет особой конструкции и формы обратной геометрии они временно изменяют форму эпителия роговицы и улучшают остроту зрения. Клинические испытания доказали, что после 8-часового сна в линзах роговица сохраняет свою измененную форму на длительный срок до 12 часов. Таким образом, человеку нет необходимости в течение дня пользоваться какими-то другими средствами коррекции – очками или мягкими контактными линзами. Ортокератологические линзы подойдут как детям, так и взрослым пациентам с миопией от 0,25 до минус 8 диоптрий, астигматизмом от 0,5 до минус 4 и гиперметропией до плюс 4 диоптрий. Также ортокератологические линзы подойдут тем, у кого в силу профессиональных условий повышенная влажность, сухой жаркий климат, задымленность, запыленность помещений, нет возможности пользоваться обычными очками либо мягкими контактными линзами. Ортолинзы подойдут пользователям мягких контактных линз с синдромом сухого глаза, а также людям с тонкой роговицей, кому противопоказана лазерная коррекция зрения. Наиболее эффективны линзы ночного ношения у детей, так как они замедляют прогрессирование близорукости. Линзы могут быть рекомендованы детям с 6 лет. Максимальная острота зрения формируется у ребенка при ношении линз в течение 70 дней, а в течение 1 месяца острота зрения стабилизируется, и ее хватает на целый день. Ортокератологические линзы повышают зрительную работоспособность, улучшают работу аккомодации. Также важно отметить, что при ношении ортолинз не нарушается слезообмен и не возникает кислородного голодания. Таким образом, роговица получает все питательные вещества. По данным мировых исследований, эффективность в замедлении прогрессирования близорукости составляет 84%. Врач проводит комплексное диагностическое обследование зрения пациента и подбирает подходящие ночные линзы индивидуально. Проводит инструктаж, как пользоваться ортолинзами. Если пациент пользовался мягкими контактными линзами, следует перестать их носить хотя бы за неделю до начала подбора. Полный курс лечения рассчитан на год. В течение первого месяца лечение проходит под наблюдением врача. За это время пациент успевает адаптироваться к новому способу коррекции зрения. Если линзы человеку подходят, то в дальнейшем визиты к врачу происходят с частотой один раз в 3-4 месяца. По истечении года ортокератологические линзы необходимо заменять, потому что кислородная проницаемость материала, из которого изготовлены ночные линзы, постепенно снижается. Здравствуйте, меня зовут Лиза, мне 13 лет, и я занимаюсь синхронным плаванием. В прошлом году я заметила, что у меня стали болеть глаза и уставали после школы. Тогда мама привела меня к офтальмологу. Оказалось, что у меня упало зрение. Мне предлагали очки, но я не хотела. Плюс волновалась, что в бассейне будет неудобно в очках. Тогда врач предложила мне ночные линзы. Я согласилась. И хоть поначалу было не очень удобно, я привыкла и сейчас их не замечаю.